Кудрин заявил, что Российская Федерация сможет прожить 20 лет без реформ, но ценой последующего падения уровня жизни. Я думаю, это уже их не должно было касаться. Они просто не должны до этого дожить. Может быть, все-таки надо прекратить реформы, да? То есть, видите, как и хороший полицейский, и плохой полицейский. Кудрин – это такой хороший полицейский, то есть претендент от либерального поля на то, чтобы заменить Путина, да? Такой заменитель нам нужен. Это такой же Путин, только вид сбоку, блядь. Кудрин заявил о важности налаживания диалога с протестующими в России. Видите, то есть не решение проблем, а налаживание диалога. Ну давайте мы с вами поговорим, давайте, что вы хотите, вот тот-то. Ну хорошо, мы с вами поговорили, идите дальше. Классно. Росгвардия разработала законопроект, ужесточающий ответственность за незаконную охрану. Незаконная охрана, то есть вот они законные эти ребята, они там законно охраняют, законно отбирают золото, законно там собирают налоги, законно применяют силу, а все остальные это незаконные. Да, то есть мы с вами все незаконные, они законные. И законно только то, что они считают законным. А незаконно то, что они считают незаконным. Очень хорошо. Госдума расширит полномочия ФАС вплоть до вскрытия помещений. Видите, еще одна силовая структура, теперь Федеральная антимонопольная служба. Тоже у них, ну, если они могут скрывать помещения и изымать документацию, значит, должны быть силовики какие-то. У них сейчас еще силовая структура появится и так далее. Правительство утвердило правила поощрения эффективных губернаторов. Теперь будут эффективных губернаторов поощрять. Интересно, как? То есть, разрешат им воровать больше? Мне кажется, они без разрешения нормально воруют. Самое смешное, что Валера Радаев, губернатор Саратовской области, вошел в число лучших глав субъектов РФ. Кто ж тогда худший-то? Ну, вообще, конечно, он идеальный с точки зрения. Саратовская область в жопе, везде на последних местах. Да? Губернатор глупый, пугливый, пьющий, да? Замазанный сам, и вся семья замазана. Это дело с изнасилованием, которое там, в котором его сын проходил и отмазали. Да? Область вымирает, дорог нет, все разрушено. Бесконечно строят всей толпой там Саратовский Арбат, проспект Кирова, мою любимую Волжскую и так далее. То есть цель какая? Если цель уничтожения народа России, то он, конечно, самый лучший губернатор. Молодец, 5 баллов ему от Путина.